Данные – это новая нефть. Так было сказано в 2006 году. Клифф Хамбл имел в виду, что рынок данных будет расти в геометрической прогрессии. И сегодня я хотел бы вам рассказать про один проект, который ничего уже не обещает, он уже все построил и только продолжает развиваться. Данный проект называется Ocean Protocol. Сейчас попробую объяснить вам по-простому, что он делает. Он позволяет токенизировать ваши данные и продавать. То есть у него уже создан marketplace, где вы можете продавать или покупать данные. Например, Facebook, Twitter, Instagram ничего не платят нам за данные, которые мы постим на их платформе. Ну а теперь при помощи Ocean Protocol каждый из нас может продавать свои данные. Он не только позволяет покупать и продавать данные, он также позволяет обмениваться данными в безопасной среде. Если вы зайдете к ним на веб-сайт, вы увидите, что в их партнерах находится очень-очень много известных компаний. Там даже есть Центральный банк Германии, который заявляет об уникальности данного проекта. За данным проектом я слежу уже давно, но когда я увидел, что Gaia-X, это европейская облачная платформа, начала работать с Ocean Protocol, я понял, время настало. Также Марк Кьюбан, известный американский миллиардер, кошелек которого довольно-таки известен всем в интернете, в последнюю неделю стал покупать Ocean Protocol. И теперь позвольте мне объяснить вам, как можно примерно прикинуть, сколько будет стоить данный токен в ближайшем будущем. По последним оценкам, рынок данных стоит примерно 5 триллионов долларов. Капитализация Ocean Protocol составляет где-то 400 миллионов долларов. И, допустим, если Ocean Protocol даже возьмет 1% от 5 триллионов долларов, а это 50 миллиардов долларов, то здесь сразу 100 иксов. 100 иксов может дать данный токен. Причем, еще раз заявляю, что он ничего уже как бы не обещает. То есть он развивает, скоро выйдет четвертая версия его платформы. И уже все построено. Любой из вас может уже работать на данном маркетплейсе, продавать свои данные или покупать чужие. Уже существует несколько компаний, которые начали строить бизнес на Ocean Protocol Marketplace. Поэтому Ocean Protocol — это Data Token, это новая категория токенов, которая будет только расти. Не благодарите, ставьте лайки. Удачи!